На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход для них будет безопасен. При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными. Если на улице дождь или туман, видимость ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля на мокрой дороге от дождя, увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть в установленных местах. На возвращающий сигнал светофора, подземных, надземных переходов, соблюдайте правила дорожного движения, тем самым сохраните жизнь. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть в установленных для этого местах. Пешеходных, надземных, подземных переходов, при выходе на проезжую часть, соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.